власть. Но это другая тема, мы сейчас об этом не говорим. Итак, следующая, пятая главная функция, функция социализации, это воспитательная функция и отчасти образовательная. Тоже не специфическая, но тоже на этой площадке средства массовой информации сильно потеснили традиционные институты. Кто занимался воспитанием в истории человечества, в истории нашего общества? Кто? Семья, церковь, система образования, которая, кстати, родилась из монастырской системы, системы церковного образования. Ну, основные институты, улицы тоже традиции там воспитывают. А воспитание, да, и образование, это в целом есть социализация. То есть вас научают, а ребенка научают жить в этом мире. И как голосовать, и какие слова где произносить, и что дважды два, четыре, там, вот всего обучают, обучают три института. Кто сейчас эту функцию социализации выполняет в значительной степени? Вот я утверждаю, я думаю, это можно проверить экспериментально, что когда я был ребенком, то не обсценную лексику, то есть мат, по-русски говоря, мы узнавали на улице. Ну, некоторые в своих семьях, но мы узнавали на улице. А сейчас обсценную лексику откуда ребенок узнает? Из телевизора. Он еще не вышел на улицу, он еще почти грудной, его еще на... А телевизор включен, и он уже слышит. Я беру негативный пример, но он в данном случае более яркий. Ну и там влияние на поведение школьного учителя и вот какой-нибудь поп-звезды там, или ведущего развлекательной программы на современных школьников. Кого сильнее? Ну в 19 веке, в 18-м, понятно кого, просто телевидения не было вообще, и сказать, что какие-то там газеты, выходившие тогда, влияют на поведение этого ребенка сильнее, чем учителя или священника, просто было невозможно. А сейчас-то возможно.